Друзья, всем привет, с вами Алекс Панч. Сегодняшнее видео я решил снять про свечи. Я очень люблю свечи, постоянно их использую для уюта, для красоты, для медитации. И не так давно я занялся изготовлением свечей. Сейчас вашему вниманию я хочу предложить наборы, которые я делаю на продажу. Это свечи с целебными травами. Вот такие наборчики. Здесь три свечи с тремя разными травами. Лаванда, хазор эспанд и полынь. Вот такие травы. Каждая из этих трав обладает своими целебными и магическими свойствами. Такие наборы я продаю по 350 рублей. Может быть, кому-то потребуются подарки своим родным, близким или, может быть, для себя. По городу доставка бесплатная. Ну а сегодняшнее видео я хочу снять про то, как я использую свечные огарки. Часто бывает, что у меня остаются свечи, и воск от этих свечей я не выбрасываю, я складываю в отдельный пакетик, чтобы потом что-то интересное с ним сделать. И вот сегодня я покажу вам применение оставшемуся воску с помощью этой необычной свечи, которую я буду делать из консервной банки. Я собираюсь отогреть зимнюю теплицу. Так происходит очень часто, что в зимнее время на теплицу падает много снега, и крыша не выдерживает и проламывается. Материал, из которого сделана теплица, иногда на морозе становится очень твердым и ломким. Во время чистки теплицы очень легко ее проломить. И у меня возникла такая идея теплицу отопить изнутри свечой. Вот, для этого я изготовил необычную свечу из банки, картона и воска, который я растопил в банке на плите. Итак, посмотрите, что получилось. Я еще не знаю, чем это все закончится. Видео снимаю по ходу своих действий. Присоединяйтесь к просмотру. Ну и если кому интересно, заказывайте у меня свечи. Пока есть в наличии около 10 таких наборов. Напоминаю, полынь, лаванда и хазор эспанд. Травы засыпаны в сами свечи. И при горении свечи дают приятный запах и немного потрескивают. Даже имеется наклеечка Merry Christmas. Привет, к сведению всем отделам СПЕШ. Предельно срочно требуется информация по некоему Лишенцеву Константину Ростиславовичу. Ну вот, готово. Кушайте. Прям как новое. Спасибо большое. Еще
сильнее будет. Вот моя теплица. Так вот она выглядит вся в снегу. В теплице сухо. Снега нет. Я уже приготовил штативчик. Вот свеча, которую сейчас я буду разжигать. Всего две спички в коробке. Я надеюсь, что получится. Ветра нет. Конечно, у меня нет иллюзии, что я растоплю всю эту теплицу одной свечой, но мне интересно попробовать, потому что эту свечу, такую я свечу делал первый раз, увидел на просторах интернета. Вот немножко усовершенствовал ее, добавил сюда еще палочки от суши, я думаю, что они не помешают вместо фитилей. Она будет так дольше гореть. Ну что, зажигаем. Как видите, загорелось довольно-таки неплохо. Горит ясно, ровно. Я думаю, что есть все шансы отопить эту тепличку. Друзья, не забывайте подписываться на мой канал AlexPunch, английский для жизни. Как видите, здесь не только английский, но еще и всякие лайфхаки для людей, которые любят что-то делать своими руками, для тех, кто живет в частных домах. Приходится изобретать. Голь на выдумке хитра, как говорится. Когда живешь в частном доме, всегда есть чем заняться, особенно в летнее время. В зимнее время, конечно, не так много работы, но этой зимой много снега. Приходится бороться со снегом. Если честно, мне нравится чистить снег. Вот. Но иногда, конечно, это не приносит такого удовольствия, как хотелось бы. Вот недавно я почистил снег. У меня заболела спина очень сильно. Пришлось восстанавливаться пару дней. Вот. Друзья, подписывайтесь на мой канал, мне будет очень приятно услышать от вас какие-то комментарии. И кому нужны свечи, пишите в личку или найдите меня в социальных сетях, пишите там. Всем пока, с вами был AlexPunch, попозже поделюсь результатами своего эксперимента. Пока!